Всем привет, дорогие подписчики, гости моего канала, на связи снова Драгивка. Получилось у меня переключиться на ID, и сейчас покажу вам, в принципе, что появилось. Так, значит, вот он этот мой. Я вообще, блин, не знал, теперь буду знать. Но я все равно не буду, буду с барабашки записывать, потому что здесь поиск по 8 часов идет. Значит, что здесь у нас появилось? Ну, обновилось, как мы и видели с вами, как я, в принципе, и говорил. Обновилась башня лучниц, то есть она, дизайн у нее изменился. Появилась инферно, которую я уже поставил на настройку. Третье. Появилась вот эта ловушка с торнадо. Значит, повысить до второго уровня 4 миллиона стоит. Время действия на 2 секунды прибавляется. Стоимость перезарядки, короче, стоит 3000. Так, что еще здесь, значит, появилось? Не появилось. Почему-то у меня в той башне, в той деревне у меня уже бесплатно появилось зелье вот это, которое часовое. Здесь еще пока не появилось. Но оно здесь зато, да, по-любому появилось, да, вот оно. Это густой эликсир измельченных волшебных шестерен, ускоряет часовую башню на 30 минут действия деревни строителя. Интересная штука, да. Будем ее. Она будет интересна в плане клановых именно игр. То есть, когда надо будет проходить задание деревни строителя, 30 минут поставил, быстро все прошел. Это, конечно, классно. Так, что здесь еще появилось-то? Магазин изменился. То есть весь магазин они объединили. То есть тут здесь здание, значит, у нас. Потом мотаешь ресурсы, потом защита и ловушки, естественно. Так, дальше у нас декорации здесь и флаги. То есть все в одном месте. Так, потом здесь у нас сокровища. Нету, как вы видите, тут нету валюты этой, которая в военной лиге. То есть ее, видимо, нужно будет именно получать за победу, за победу, за проигрыш, я думаю, тоже будет что-то давать, какое-то количество. Щит также, и вот магазин лиги. 2,5 миллиона, да, или 250 тысяч? Нет, 2,5 миллиона, золото 25 этих валют. У меня нолик, но, естественно, пока еще нету их военных лиг этих, поэтому. Так, что здесь на этот, так, тоже зелье ресурсов можно покупать. 10 колец стены, сразу 10, нифига себе, нормально. Зелье строителя, молот сражений, молот строительства. Статуи всякие, как здесь вот написано, требуется золотая лига, лига мастеров, чемпионская лига, это именно уже, именно в военной лиге, когда играешь, наверное, повышение этого дает вам какую-то можно будет купить. Так, что такое молот сражений, да, взмах этого волшебным молотом, наверное, улучшит любого воина до следующего уровня, работает в обеих деревнях. Ну, это, короче, я думал, что они что-то круче будут делать, но то же самое, что и в клановых играх книжки. Ну, тоже хорошо, то есть можно, в принципе, быстрее 2 раза прокачиваться. Только, не знаю, 120 это много, если за победу буду давать 5, то, конечно, это очень много и очень долго придется играть, чтобы получить эти. Ну, это мы посмотрим еще. Так, и последнее, это у нас специальное предложение. Тут, короче, всякие выгодные дела, типа. Так, что еще появилось, значит? Насчет внешнего вида здания я чуть не заметил, чтобы они изменились. Наверное, это в будущем обновлении еще появится. Потому что они, по-моему, не изменились. Кроме вот этого, и инферно такая же осталась. То есть, в принципе, все то же самое осталось пока что. Так. что еще появилось? Появилась эти, как вон, гоблинская одиночная миссия появилась. Одиночная игра появилась. Еще 25, как они обещали, вот они и появились. А самое прикольное, то, что логово дракона, смотрите, какая, да, доступная добыча, 2,5 миллиона и 25 тысяч зелья нефти. Давайте с вами сейчас пройдем одну. У меня все равно там, что там у меня сейчас, у меня в войсках, у меня там. Так, ну ладно, думаю, получится. Давай попробуем сыграть. А, блин, опять не туда зашел. Так, давайте одну сыграем с вами. Так, тут 300 тысяч, можно, в принципе, не все вытаскивать, посмотрим. Так, ну здесь 9-й таунхелл, по сути, получается. И тут, конечно, надо лучше было воздухом, конечно. Ну ладно, давайте сыграем. Так, все тратить, не все тратить. Ну-ка, я вот хотел изменить. Ладно, так, что, откуда пойти, даже не знаю. Наверное, тут с любой стороны, в принципе, у меня еще ведь стоят, да, так что. Ой, извините. Ладно, давайте, как обычно. Много тратить не будем. Хотя, с другой стороны, все потрачу, потому что, хотя, не надо, Вот это нормально было, так что, прям сразу в бомбу. Мне придется все выключить. Ладно, все равно зелье, все равно дофигища пока ресурсы, так что потратим на все. Просто 12 миллионов есть, поэтому эликсира. А куда оно? Все равно туда не тратится, да? С другой стороны, можно сейчас быстренько пройти эти гоблины и заработать эти. Как они называются-то? Нефть заработать, короче, на улучшение уже королевы. Но нам все равно еще 3 дня, я думаю, за 3 дня мы. Это еще много времени пройдет, так что успеем. Еще как раз вот они. Тут написано. События, вот оно. Лиги воинов кланов начнутся через 19 часов 42 минуты. Так что когда они начнутся, естественно, мы с вами сделаем еще отдельный обзор. А, в принципе, больше пока не. А насчет того, что типа говорили. Слухи ходили, то, что изменится поиск.
в высших лигах, то, что придется искать намного меньше времени, то есть они быстро будут появляться противники, так вот это ложь. Короче говоря, ничего нету тут. То есть оно как искало, сколько вот я уже сидел до этого 4 часа, так оно и ищет, короче. То есть и обновление на это никак не подействовало. Ну и в принципе больше пока нету ничего, как бы того, что типа появилось нового. Ну кроме того, что как инферно, ну и вот эта вот ловушка с торнадо. Ну и в принципе все. Все, тогда на этом мы с вами закончим. И следующие ролики, наверное, буду делать как раз на вот эти на гоблина, когда щит получу. Через 7 часов тогда. Да, через 7 часов тогда сделаю еще. Поиграем с вами. Хотя у меня, давайте еще одну пройдем. У меня потому что, в принципе, там есть. Как раз, давайте пройдем еще одну. Так, что тут у нас? Блин, надо было орлами, ё-моё, у меня же это зелье дофигища. Ну здесь тоже, смотрите, какая башня какая, да? Башня стоит уже. Башня последнего 12-го Тунхэлла, но все остальное стоит 9-го почти. А эти воздушная оборона стоит 10-го, да? Ой, то есть 11-го. Так, ну, пойдем как обычно. Так. Как я хожу обычно на картах. Ух ты, вот это круто. Вот это было прикольно. Так он все равно туда не проходит, да? Только зря потратил таран. Вот это было круто. Да, интересно, интересно. Прям вообще, видели, сколько там было ловушек, да, в этом квадрате? Ой, блин, и забыл, что таран только к Тунхэлу идет, зря только таран потратил. Ну ничего, нам осталось так 23 нам осталось гоблинские атаки пройти. Естественно, будем делать обзоры на них тоже. Все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья. Все, до новых встреч, пока-пока.